В преддверии Дня города 18 сентября в отделе ЗАГС состоялось праздничное мероприятие «Встреча поколений. Семья семье». В этот день сочетались узами брака молодожены Александр Сколов и Валентина Белошапка, розовые юбиляры, прожившие в браке 10 лет семья Никифоровых и семья Никаноровых, отметившие 50 лет совместной жизни. Валентина и Александр решили узаконить свои отношения спустя полгода после знакомства. Такая совместная праздничная регистрация молодых людей не смутила. Наоборот, как отметила невеста, стало интересно. Познакомились мы где-то полгода где-то назад. Ну, выбрали, назначили, потому что уже любим друг друга. И пора уже, как вы захотели, узаконить наши с ней отношения. Поздравить семьи с праздником пришел отец Сергий. От лица православной церкви Чебоксарской Чувашской епархии он поздравил молодоженов и пожелал долгих лет счастливой совместной жизни. Следующие виновники торжества – семья Никифоровых – Максим и Наталья. В этот день, 10 лет назад, они стали мужем и женой. Главный символ 10-й годовщины семейной жизни – роза. Этот цветок розового или алого цвета символизирует сильные чувства. Именно оно господствует между супругами. Для них работниками ЗАГС был организован настоящий праздник. Символом семейного очага послужили хлеб с 10 зажженными свечами. В этот же день Анатолий Терентьевич и Зинаида Михайловна Никаноровы отметили 50 лет совместной жизни. Родились супруги в Чувашской республике. Мы познакомились в 63-м году здесь, в Чебоксарске, в общежитии. Ну, год подружили, а потом решили совместную жизнь. В этот день для юбиляров, как 50 лет назад, прозвучало горько. Поздравил семью Никаноровых и депутат Новочебоксарского городского собрания депутатов Иван Копейкин. Для множества молодых семей, такой семьи, как я и других в нашем городе, вы являетесь примером. Мы хотим научиться такому постоянству, потому что житейское море, оно бушует, и не всегда мир в семье бывает. Но вот 50 лет уже показатель того, что любовь на самом деле – это золото. А для всех молодоженов и будущих новобрачных Анатолий Терентьевич и Зинаида Михайловна поделились секретом долгого семейного счастья. Чтобы дожить также до золотой свадьбы, иметь здоровых детей, конечно, в первую очередь, и самим жить в дружбе и любви, согласии.